На саммит приехали 1500 специалистов из 30 стран. Во время выступления Вениамин Кондратьев отметил: развитие железных дорог для Краснодарского края – стратегическая задача. Только в прошлом году поездами в порты Кубани было перевезено больше 300 миллионов тонн грузов. Совместно с РЖД в регионе реализованы десятки проектов, в том числе идет строительство подъездных путей к Керченскому мосту. Краснодарский край – стратегический транспортный узел России. И я надеюсь, что на площадке форума будут обозначены, а может быть, решены определенные проблемы, которые сегодня существуют в крае. В первую очередь строительство путепроводов через железнодорожные полотна, потому что стояние автотранспорта занимает порой 2-3 часа по направлениям к строительству Керченского моста. Это такие стратегические для нас промышленные центры, как Тимашевск, Славянск на Кубани. И здесь, конечно, решение этих проблем требует скорейшего разрешения. Ну и, конечно, коллеги, сегодня безопасность на ЖД-транспорте является приоритетом для нас, как для курортного края. Около 16 миллионов туристов посещает Краснодарский край. И, конечно, безопасность как на ЖД-вокзалах, так и в самих подвижных составах для нас является приоритетом. Я желаю всем, коллеги, удачи, успехов. И надеюсь, что форум пройдет плодотворно для всех нас. В свою очередь, глава РЖД заявил, что компания намерена развивать в России высокоскоростную перевозку грузов. По времени доставки она сможет конкурировать с воздушным транспортом, уверен Олег Белозеров.